Перед началом просмотра ШТО номер 5 хочу вам сообщить, что ШТО номер 6 уже готово, оно у меня уже имеется, смонтировано. И если за сегодняшний день, то есть за субботу, вы наберете 300 лайков, то ШТО номер 6 выйдет уже завтра. То есть вам такой я небольшой подарок сделаю, и я думаю, вам будет приятно. Также не забывайте, что в группе ВКонтакте проходит конкурс на 10 тысяч кристаллов. Осталось меньше недели до розыгрыша. Не забывайте, что будет 5 победителей, получат по 40 тысяч кристаллов перед Новым годом. Так что участвуйте, все ссылочки в описании. И всем привет, дорогие друзья, с вами Патриот России, и это пятая часть Школа ТО. В этом выпуске будет несколько коротких видео, то есть там примерно от 30 секунд каждое до 2 минут примерно. Ну, мне просто очень много в личку накидали вы различных коротких видосов, я решил как раз в этот выпуск именно их и вставить. И первый видос называется «Отдал брату голд». Видео загружено 19 декабря 2015 года, то есть совсем недавно, вообще недавно. И вот сейчас я снимаю 22-го, ну, 23-го, считайте, два дня тут буду снимать. То есть 3 дня назад примерно выложено было это видео, и мне его уже отправили. Спасибо Димону Сафоникову за этот видос как раз. Ну и давайте приступим к просмотру этого ролика. Всем привет, дорогие друзья! С вами мистер Танкист и Костяныч, поздоровайся. Всем привет. И мы набили вот такой вот голдик. Сейчас. Вот я не беру. Чилин. Это нельзя сказать, что мы набили. Да, фонд 91 кристалл. Ну да, в принципе, это набивание нельзя назвать. Скорее всего, они просто играли дуэльку, и у них выпал голд. Вот и все. И вот, так как я брат... Ой, сорян. Брат Кости. Он мой лучший брат. Ну, в принципе, даже и не поспоришь. Лучший брат. Это кем? Я у него забираю голд. И я поэтому у него забираю голд. Шучу, бери. Я тебе его отдаю. И эпик взятие. Эпик взятие! Чего ты так кричишь? Красавчик! Поздравляем, да? Костяныча! И у меня уже 100 тысяч кристаллов! Красавчик! Ну, на этом видео закончилось. Ну что ж, мне остается только попрощаться. С вами был Патриот. И второе видео называется «Звание лейтенант». Спасибо Саше Михайлову за предоставленный канал. Именно на нем я нашел это и следующее видео, которое вы увидите. Ну что ж, давайте не будем лишних слов говорить и посмотрим. Всем привет, с вами Гатор, и сегодня я хочу заснять свою звонку. Звонка у меня будет очень сильно красивая. Для начала бы лучше бы придумал для себя нормальное приветствие, вместо того, чтобы брать у ютуберов. А во-вторых, какая может быть красивая эпичная звонка в обычной битве, причем на острове? Ну, давайте посмотрим, насколько она эпичная. Давайте мы же ее и посмотрим. Мне осталось один убить, один танк. И мы получаем звание лейтенант. Вот такой вот эпик. Да, такого эпика я давно не видел. Ну что ж, мы сразу переходим к просмотру следующего видео, потому что это все тот же канал. И у нас снова звание. Звание капитан. Ну что ж, смотрим. И всем привет, с вами Гатор, и сегодня я буду записывать свою звонку. Я, в принципе, ничего не могу сказать нового, потому что с предыдущего видео ничего не изменилось, все то же приветствие, все та же карта и все то же звание. Ну, давайте посмотрим на капитана хотя бы. Как видите, вот мне сколько уже осталось очков до моей новой звонки. Обязательно я ее солью в YouTube. И вот мы получаем наше звание капитан. Вот вы сами видите, у нас звание капитан. Вот нас даже здесь поздравляют. И вот у нас сколько кристаллов. Ну, ребята, пишем в комментариях, поздравляем.
ставим лайки, подписываемся на канал. Ну что я могу посоветовать этому ютуберу, это только не надо снимать всякую ерунду. Если ты собирался снимать звание, то сними с друзьями. Но если у тебя нет такой возможности, ну не надо это каждую звонку снимать. Это каждый может получить в обычной битве звание и загрузить на YouTube. Придумай что-нибудь оригинальное. И четвертое видео называется «Обращение по поводу моего канала». Ну, я ничего вам говорить не буду, вы сами сейчас все увидите. И всем привет! Сегодня я хочу сделать как бы обращение, не серию по какой-нибудь игре, ничего такого. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на мой канал и подписывались, смотрели мои видео и ставили большие пальцы вверх. Знаешь что? Вот это называется наглость, самая настоящая причем. Чтобы тебе ставили лайки и подписывались на канал, ты должен снимать видео, трудиться, а не просто снимать ролик о том, какой у тебя офигенный и хороший канал, что ты все идеально делаешь. Нет, это так не делается. Давайте посмотрим, что нам еще скажет. Ну, я больше ничего не могу сказать. Естественно, это видео будет на Ютубе. Да ладно? А я думал, ты для себя снимал. И я как бы хочу прославиться, но не то чтобы прославиться как бы, а стать хотя бы известным, чтобы было побольше просмотров. Я хочу потом сделать партнерскую программу попробовать, и тогда все будет чики-пики. Ну, я думаю, вы обратите внимание на мое обращение. Всем пока! Ставьте лайки и подписывайтесь. На мой канал. Вот знаете, бывают школьники разного типа. Вот такие, как я, которые обсирают других школьников. Бывают просто тупые, которые снимают летсплеи, несут всякую чушь или просто молчат на видео. А есть такие, которые просто очень наглые, которые хотят сразу и всего добиться, то есть стать популярным, не делая ничего. В этом мире просто так ничего не бывает, так что... Если ты хочешь стать популярным, развивайся, снимай, трудись. Это все, что я могу сказать. Переходим к просмотру следующего ролика. Следующее видео загружено ВКонтакт, поэтому вы его не сможете задизлайкать. Также у этого видео отсутствует название, то есть просто, точнее есть название, но там написано видео и дата, когда оно было записано. То есть тот человек, который это снимал даже при загрузке ВКонтакт, не потратил времени, чтобы просто переименовать ролик. Ну что ж, давайте посмотрим, что же в нем мы увидим. Начинаю видео. Здравствуйте, ребята. Я буду снимать видео почти только по танкам онлайн. Пожалуйста, не надо. Ты снимаешь на камеру. Не снимай, пожалуйста, по танкам. Пожалуйста, не надо. Как вы видите... сбой системы. Ладно. Мы были готовы. Подождите. Временный... прошла загрузка. Знаете, он похож на того чувака, который был у нас в первом выпуске. Он тоже... у него какие-то фейлы. Он пальцем в экран лезет. Ну и... тому подобное. Так. Ну давай, быстрее же. Ой. Простите, но я опять на немного... Ну, короче, он на паузу, кажется, видео поставил и снова включил, но в итоге у него так и не загрузилось. Знаешь, что я могу тебе посоветовать? Есть такая программа, называется Flash Player. Она намного быстрее все грузит, и там поменьше лагов. Ну, так, на заметку, на будущее. Ой, простите, я забыл завершить. Уже рано загрузилась. Так, мы сейчас зайдем сюда, только я хочу показать вам свой гараж. Как вы видите, у меня звание генералиссимуса. Вот мой первоначальный танк.
Ну, во-первых, твоя операторская съемка просто шедевральная. Ты так во все стороны камеры мотаешь, что вообще ничего не понятно. Во-вторых, знаете, мне как-то подозрительно, что у него звание генералиссимус. Не странно ли? Давайте посмотрим, что же он будет делать. Я беру гром. Викинга. Хотя нет, знаете что? Как я знаю, что фризы портят игру, я именно его и возьму. Ну, в принципе, логично. Раз фризы портит игру, давайте я возьму фриз и буду портить игру. Хотя я с этим не согласен. Фриз это достаточно хорошая пушка, хоть ее и 1,5 года назад понерфили. Вы не подумайте, что я хочу испортить вам настроение. Ну, я думаю, вам он настроение не испортил, потому что вы сейчас смотрите и смеетесь, ведь так ли? Правда, да? А? Ты сейчас смеешься и улыбаешься, когда это смотришь? Ну, они уже слишком достали. Так, ищем. Нет. Сейчас мы микро прокачаем. Я думаю, многие уже догадались, что этот чувак сидит на тестовом сервере. Ну, а если кто еще не догадался, вот именно сейчас он это понял, когда этот наш школьник начал прокачивать себе пушку. Ну, а также можно было заметить, что возле кнопки "Купить" была надпись то, что в донате там определенную сумму и вам придет 1000 кристаллов. Но я думаю, на генералиссимусов каждый хоть раз, ну, донатил. Ну, поэтому он вообще беспалевный у нас. Покраску. Ладно. Я думаю. Ладно. Извините, что будет видео недолгое. Ну, простите за выражение задроты. Я думаю, на этом. На этом видео закончилось, но при чем тут задроты? Ты на тестовом сервере, я думаю, там задротов нету, хотя я, скорее всего, ошибаюсь, и такие имеются. Ну ладно, надеюсь, вам понравился этот выпуск. Вы поставите обязательно лайк, потому что следующий выпуск уже готов. Если наберете 300 лайков за этот день, то завтра, то есть в воскресенье, выйдет следующий ШТО. А если нет, ну, как обычно, через неделю. Ну, я уже об этом говорил в начале видео, но ладно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте обязательно, там проходит конкурс на 200 тысяч кристаллов. С вами был Патриот России, всем удачи, всем пока.